Смотрите, что нашел. К стене прибил. Но это не дом, если что, а то подумайте, что это мой дом. Дом там. Союз Советских Социалистических Республик. Не вся, наверное, карта, да? Ташкент, Караганда, Семипалатинск, Целиноград. Здоровая карта была. Среднесибирское плоскогорье, Западносибирское. Верхонский хребет. Баренцево море. Это здесь Курск утонул, получается? Или я путаю? Море. Море Лаптевых. Я раньше не замечал даже такие названия. Ну, я в школу ходил, карты не разглядывал. Море Лаптевых. Восточно-Сибирское море, Чукотское море. Сколько, да? Заливов, морей. А вот Каспийское. А вот Аральское, которое высохло. Опять же могу ошибаться. Море написано. Видите? Каспийское море. О, Ереван. Смотрите, даже на карте Ереван два раза. Вот он. И вот еще, видать, снизу порвалось. Тбилиси. Это уже Ленинград, Архангельск. Короче, вот такая карта. Раньше по ней, наверное, в школе изучали. Ваши родители, может, сами вы тоже застали это время. Для начальных школ. Какой год? Где тут год? 74-й год. Даже меня еще не было на свете. Видали, даже глубина морей здесь нарисована. Торф, свинцо. Короче, вот такая карта.